Майк, какое из направлений, городской, грузовой, высокоскоростной, на сегодняшний день в приоритете? Какую нишу на рынке планируется занять в первую очередь? Но на самом деле в приоритете все направления. Просто среди приоритетов есть свои приоритеты. И поэтому вот самый приоритет на сегодня – это грузовой, именно для перевозки морских контейнеров. Потому что есть конкретный заказчик, есть конкретное финансирование на этот проект. Хотя в работе у нас есть все направления, и не с одним заказчиком, и не в одной стране. Это в первую очередь городские перевозки. И, естественно, с большим объемом перевозок, это уже более тяжелые машины и более высокие скорости движения. Это то, что мы пока здесь не продемонстрировали в экотехнопарке, потому что здесь в основном легкие системы мы сделали. Поэтому параллельно с тем, что мы вот сделали здесь в Беларуси, мы должны показывать это в Шарже, в частности, в инновационном центре Skyway. И уже мы начали эти работы начаты. И заказчик это видит, и у нас, поэтому уже близко подписание контрактов на адресные проекты по ряду городских проектов. Я не буду называть точные места, там имена, явки и пароли, в силу понятных причин, чтобы просто нам не мешали, чтобы не сглазили. Да? Ну, эта работа ведется, и она не прекращается даже сейчас, когда идет пандемия и коронавирус. Идут встречи, переговоры соответствующие, в том числе и по скайпу, и в том числе и там наши сотрудники работают на месте в Объединенных Арабских Эмиратах. И поэтому вот эти два направления сейчас самые приоритетные. Грузовой морские контейнеры и городской, когда большие объемы перевозок. И, естественно, высокоскоростной, но в высокоскоростном мы отстаем в том плане, что интерес там очень большой. Но мы можем только продемонстрировать сейчас концепт высокоскоростного, и который движется пока со скоростью там, до 100 км в час, потому что у нас трассы короткие. Поэтому интерес, естественно, возрос по сравнению с тем, что раньше было к высокоскоростному направлению. И когда мы выйдем на стройку, строительную площадку, начнем строить трассы высокоскоростного тестового участка, вот трассу, да, эстакаду, то нам поверят и пойдут адресные проекты на вот это направление. И поэтому мы планировали в этом году уже выйти на строительство высокоскоростной тестовой трассы, и тогда уже заказчик убедится, что мы начали работать. И раз мы здесь сделали, то сделаем и там. И тогда пойдет уже работа по проектированию конкретных высокоскоростных направлений. А мы, естественно, уже параллельно будем строить высокоскоростную трассу тестовую и параллельно организовывать производство мелкосерийного уже подвижного состава для высоких скоростей движения. В том числе там будет отличаться и энергопитание, и связь, потому что нельзя там с помощью, образно говоря, Wi-Fi там, на скорости 500 км в час надежную связь обеспечить для движущегося там юнибуса. Поэтому это касается там и связи, это касается тормозной системы, она должна быть другой, там должны быть уже аэродинамические тормоза, которые надо испытывать тоже при высоких скоростях. Там даже касается подвески, которая, не может быть жесткая подвеска на таких скоростях, а на малых скоростях до 150 км в час, там достаточно жесткие подвески. А в высокоскоростном юнибусе подвеска должна быть, статический ход не менее 300 мм, а лучше было бы еще больше, чтобы было комфортное движение. Поэтому будут параллельно отрабатываться эти вопросы, чтобы потом, опять же, сложилось. Вот эти сложились пазлы, когда есть проектная часть, сделан проект на высокоскоростную трассу, есть тестовый участок,
который показывает, что это все работает и идет сертификация. Есть производство, которое организует выпуск необходимого оборудования, в том числе подвижного состава для этой трассы. И есть финансирование на этот проект. Тогда, опять же, будет поставлен вопрос, стройте. И вот наша строительная компания, которая уже умеет строить. И тоже все это сложится. Global Star Club. Возможности безграничны.